Пропаганда здорового образа жизни. Именно это является главной задачей подобных мероприятий. Организаторы стараются привить детям любовь к спорту, воспитать чувство единой команды, творческого мышления и здоровый дух соперничества. Младшие школьники с 1 по 4 классы, всего 3 отряда, участвовали в этот день в спортивных эстафетах «Летние забавы». Акцент был сделан на футбол, так как сейчас весь мир следит за новостями чемпионата. И, пожалуй, трудно найти человека от мала до велика, кто бы не болел за сборную России. Вот и малыши, как заправские футболисты, ловко проводили обводки, передавали мяч и забивали голы. Хотя не все состязания давались им легко, спортивный азарт и предвкушение победы заставляли нестись вперед. Мне понравилось, когда мы перетягивали канат. Мы победили, заняли первое место. Когда мы перепрыгивали оборщи, мы их брали и через себя крутили. Мне это сложно было. Можно было бегать, с мячом играться, забивать гола. Но я люблю футбол, и мне нравится состязание с мячом. Нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым, крепким, и чтобы все было хорошо. В результате дружеского и веселого противостояния на третьем месте оказалась команда «Мафия» третьего отряда. На втором – победа второго отряда, и первыми стали первый отряд «Альтаир». Сначала мы думали, что уже все проиграем, а оказалось, что в перетягивании каната мы лучшие, и мы победили. Нам помогла победить дружба и то, что мы такие спортивные. С 1 сентября детско-юношеская спортивная школа объявляет набор на секции и отделения. Хотелось бы, чтобы больше детей посещали наши секции. У нас очень много отделений, которые бы заинтересовали детей и которые бы им пригодились в дальнейшей жизни. Все участники соревнований получили грамоты и сладкие призы.